Ванхо. Давай поговорим как мужчина с мужчиной. Когда ты видишь красивую девушку, ты ведь хочешь ее. В твоем возрасте я тоже гулял. Так что я тебя понимаю. Ты ведь не собирался убивать Янг Сук, правда? Ты просто хотел потрогать ее за сиськи. Я не мог ее потрогать. Поэтому ты и убил ее, чтобы потом потрогать. Нет. Там спускается парень, у него была трудная жизнь, как и у тебя. В общем-то, он парень хороший. Всегда вежливый. За свою жизнь пальцем никого не тронул. Но иногда не поверишь. Уходит с головой в работу, увлекается и такое творит. Господи, ну и рожа у тебя. Ну и рожа. Тебе надо морду бить уже только за это. Правда ведь, да? Кусок дерьма. Бахилы дай. Что, нравится? Это чтобы следов не осталось, паршивец. Эй. Зачем так ногами-то? Такое с бедным ребенком устраивать. Вставай, Кванхо, вставай. Ты что, действительно невиновен? Смотри мне в глаза. Куда этот чертенок смотрит? В глаза мне смотри.